надоело. Но маскировка не поможет. Я не знаю, почему они меня разыскивают. Это какой-то главарь преступников развесил для наемников, чтобы они меня нашли. Но зачем? Я не помню, что я в последнее время сделал что-то, что могло привести к этому. Поэтому мне нужно скрываться. Но мне кажется, мне все равно могут узнать. Изображение сделано черно-белым. Видимо, мой костюм новой маскировкой не подойдет. Что ж, надо выбираться отсюда. И найти путь домой. Кто это? Тихо-тихо. Слушай, мне кажется, я знаю, где может скрываться фасадник. Смотри, тут есть небольшой завод. Он совсем пустой, кажется. Отличное место для укрытия, как ты считаешь? А, завод? Ну, вполне вероятно. Но мне казалось, что он будет скрываться наоборот, где много людей, чтобы запутать нас. Пойдемте на главную площадь, скорее всего, он именно там. Ну, не знаю, как ты говоришь. Давай, ты пойдешь сюда, я пойду туда. А ты останешься здесь. Хорошо. Остальные наемники, как я помню, рассредоточились по всему городу. Что ж, думаю, не будет сложности найти его. Да и в принципе, любой, кто видел объявление, может взять и позвонить. Таким образом, шансы поймать фасадинга гораздо выше. Да-да, пойдем. Так, теперь надо найти безопасный путь домой, чтобы никто не увидел. Не знаю, как много людей посмотрело это объявление. Поэтому лучше никому не попадаться на глаза. Так, тут никого нет. Быстрей. Ой, кто это? Так, я на месте, я дома. Отлично. Вот я пришел. Надо подготовить оборону. Подготовить все. Что у меня тут может быть?
Еще вот здесь. Отлично. Должно сработать. Есть. Так. Отлично, все готово. Теперь, если не явится, я буду готов. Ну-ка. Я нашел тебя. Yeah.